Еще раз, ребят, я хочу представить нашего нового генерального директора Алексея Николаевича Парфиненко. Класс. Так что, ну, позже с утра, в принципе, было представлено. И еще сейчас, еще дополнительно. Ну, вкратце, то есть это человек, который работает в Саранске уже продолжительное время на руководящих постах, плюс три высших образования, это юридическое, экономическое и педагогическое. Человек, у которого находится в подчинении 20 с лишним человек, который входит в Совет Единой России, был депутатом, на данный момент генеральный директор футбольного клуба. Самое главное, миссия, которую вы понимаете, наверное, многие из вас, что в Саранске должен пройти чемпионат мира по футболу 2018. Просто обязан пройти. Я тот человек, кто занимался и заявочной кампанией, когда город претендовал на проведение чемпионата. Это мне тоже жалко и своих усилий, которые я лично приложил, моя команда и руководство республики прежде всего. И ради этого очень многие вопросы, которые мы дальше будем обсуждать, они прежде всего имеют вот такой глубокий смысл. Если чемпионат мира в Саранске, понимаете, что новый стадион. Новый стадион лучше всего, что был с командой, ну, домашней командой. Во-первых, она должна быть команда у стадиона. И команда должна быть с историей. Если так произойдет, или так постановка вопроса сложится, что будет какая-то другая команда, мы понимаем, о чем речь идет, да, то, наверное, это будет не совсем хорошо с точки зрения общей такой вот видения ситуации, общей стратегии. Какая цель? Основная цель в связи с этим – это сохранить вот существующую команду, сохранить клуб, сохранить статус профессионального клуба. Вы знаете, что это значит. И, соответственно, обеспечить себе место, как минимум, ФНЛ. Мы говорим сейчас про этот сезон. Следующий сезон будут другие задачи. Нам нужно вести поступательно и нужно, в общем-то, отталкиваться от тех событий, которые произошли давно, недавно, вчера, сегодня. И вот сейчас есть такая возможность, когда, восстанавливая доверие между руководством республики, командой, болельщиками, в конце концов, нам важно поступательное движение и позитивное движение вперед. Задачи, которые поставлены в свете вот этих глобальных смыслов и цели, которые я уже озвучил, прежде всего, эти задачи были поставлены руководством республики. Это произвести так называемую реорганизацию или, правильно, там, реновацию коллектива, команды. Начиная с тренерского штаба, провести некое обновление тренерского штаба. Ну и, соответственно, то, что касается вас, футболистов, игроков, ну и в том числе и персонал. Понять, что вот если мы вместе эту лошадь запрягаем, то мы и тащим эту лошадь, везем за собой вот эту повозку, вместе сообща готовы заниматься всеми этими усилиями. Поэтому мы рассчитываем на вас сейчас и рассчитываем в том числе на понимание вот тех целей, задач, которые впереди, и на понимание вот той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Я еще раз скажу, что я со многими людьми вот за эту неделю пообщался и в Москве, и в Саранске. На самом деле есть вера в команду, что вы можете, если вы захотите, если вы соберетесь, то вы сможете те задачи, которые есть, решить.